самом деле, что значит благодарный народ? Благодарные жители. Это... Блин, я очень счастлива выступать перед вами, дорогие ломоносовцы. От вас исходит неимоверная просто энергетика, которая вместе с моей, она просто такую бурю эмоций дает. И я выкладываюсь, я дарю вам свои эмоции, потому что, ну, это драгоценно. Мне очень приятно, что вы пришли на мое выступление. И мне приятно дарить вам себя, дарить свою музыку, дарить свое исполнение. Вот, я думаю, что я не последний раз перед вами выступаю. И я надеюсь, что вас будет все больше и больше благодарных таких, благодарных зрителей. Вы моя любовь. Спасибо вам огромное.